История показывает, что все наши национальные окраины, переговоры были невозможны. И я советскую власть не принимаю, но она делала то, что было возможно. Она везде посылала Красную армию. Будённый и Фрунзе в Среднюю Азию, Орджоникидзе шел в Закавказье, и другие там полки армии шли на Украину. Бесполезно было. Появились новые республики тогда. Переговоры ни к чему не привели. Сейчас то же самое. Сколько мучились с Грузией. Пока русские танки не показались на окраинах Тбилиси, ничего нельзя было сделать. Ничего нельзя было сделать. Бесполезно. Они мордой об лавку наших солдат. Они ними издевались. Отрезали головы. Что сейчас на Украине? В Грузии от вас скрывали. В Грузии уже на границе с Абхазией то же самое делали эти полевые командиры. Но бесполезно все. То же самое Украина сейчас. Сколько я встречал этих людей, независимо от национальности, это не национальная привычка. Но вот как касается Украины, ни о чем нельзя договориться. Одноклассник был, мы в Алмате жили. Когда-то из Киева туда направили, мы бы там на работу, не знаю. Бесполезно. Упертый, самый упертый в классе. Нас не человек со всеми что? Можно было договориться. Сейчас у меня встречаю людей даже в партии, депутатами. Разговариваю, но танками, стоит на своем и все. Танками что ли? Все дают? Хорошо, деньги даю, все даю. Все на своей стоит. Вот им хочется только их позиция. Только они соображают хорошо. И что, танками? Все остальные дурака. Танками давить, не так. Что ли? Вы не торопитесь, Николай Васильевич. Я говорю о том, что... Я говорю, вперед что будет. Ни о чем с ними не сможем договориться. Ни о чем. Ни цена на газ. Смотрите, сейчас мы уже долг прощаем. Уже цену снижаем, все равно ничего не идет. Вот ничего не идет все равно. И ценю посмотреть на лицо. Какое противное лицо. Как у Гайдара, у Чубайса, у Явлинского. То есть бесполезно, Николай. Ты предлагаешь хорошие вещи, но ты один. Интеллигентное лицо. А все остальные, вот держите стакан, а то подумают, что я снова. То есть ни о чем с ними не сможем договориться. Ни о чем. Мороз и винтовка. Только это. Моя атмосфера? Да. Мороз и винтовка. Все остальное ничего не получается.